Программы фотопроектор, фотопроектор Easy, фотопроектор Plus и Lenticular фотопроцессор должны сохранять последние настройки. Допустим, вы установили линзовый растр, разрешение печати принтера и все остальные настройки. Они должны воспроизводиться при следующем запуске программы. Но Windows 7, 8, 10, если вы заходите не из администраторской записи, программе запрещено записывать файлы в целях безопасности. Программа не может записать последние настройки. Ну что делать в таком случае? Надо запускать программу из-под администратора. Как это делается? Нажимаем на правую кнопку мыши. Вот появляется контекстное меню и команда Run as Administrator. Запускайте ее как из-под администратора. А можно возможность запускать программу из-под администратора установить в настройках Properties. Вот Properties, нижняя строчка, свойства, совместимость, Compatibility. Так, выбираем вот эту закладку. Вот, видите галочку? Run with program as an administrator. Запускать программу как администратор. Установите эту галочку и все. И программа будет сохранять файлы. И все последние настройки будут воспроизводиться при перезапуске программы. А еще обратите внимание, вот на значке программы появился щит. Вот тот же самый щит. Run as administrator. То есть видно, где установлена вот эта вот настройка. Если вы зажигаете эту галочку, то на программе появляется вот такой вот щит.